прошлой неделе мы танцевали бродвейский джаз. Впечатление у меня вообще колоссальное. Это была просто бомба. Я не знаю, чем вы занимались эту неделю, потому что то, что вы делали сегодня, вам не надо было осваивать. Это все то, что лежит у вас в кармане. Абсолютно не согласна с мнением Аллы. У нас джаза или какого-то там бродвейского направления в принципе в природе не может быть в военной тематике. В номинацию на вылет попадают сразу три команды. Врагу не сдается наш гордый варяг, поэтому будем до последнего показывать, что Черноморский флот непотопаемый. Поэтому готовьтесь, ребята. На этой неделе выбрали мы хип-хоп. В хип-хопе мы должны что-то доказывать. То есть мы каждый, типа, я самый крутой, смотрите на меня. А когда в ансамбле это тяжело, потому что мы ансамбль, и мы одно целое. Когда другие ребята брали хип-хоп, со стороны казалось, да, действительно просто. Когда мы сами вошли в это состояние, честно, мы не позавидовали им, потому что это действительно сложно для народников. Нам всем говорят, что у нас не хватает этого кача, то, что именно хип-хоперы делают. У нас военная выправка, мы с этими прямыми спинами ничего не можем поделать. Мы пытаемся горбатиться, а у нас не получается. Раз, два, три, четыре, пять. Лучший реквизит моей жизни. Матрас. Я не отпущу. Мы зажжем и прокачаем на полную катушку. Качает, качает волна морская. То вверх, то вниз бросает бой. Пошли.